Для самых маленьких новогодняя пора – время чудес и исполнения желаний. Но бывает так, что встречать праздник приходится не дома. Вместе с сыном жительница Щелкова Анна провели в инфекционном отделении обособленного подразделения имени Гольца Щелковской городской больницы около недели. Попасть на новогодние представления в эти дни не получилось, но увидеть Деда Мороза и Снегурочку все же удалось. Волшебные герои сами пришли к маленьким пациентам. Прямо во дворе медицинского учреждения состоялась анимационная программа. Наблюдали ребята за ней, не выходя из палат, прямо из окон. Мы, конечно, не знали этого. Вот. Неожиданно, приятно, конечно. С Новым годом, дорогие наши друзья! Мы желаем вам крепкого здоровья! Ежегодно благотворительный фонд «Рождественская звезда» проводит новогодние представления для своих подопечных и старается привести праздник туда, где особенно ждут чудес. Так руководитель фонда, член общественной палаты Московской области Алексей Фураев и администрация Щелковской городской больницы подарили радость маленьким пациентам инфекционного отделения. Это продолжение наших ежегодных рождественских елок. Те дети, которые не смогли поучаствовать в представлениях, посетить наши елки, мы решили их поздравить лично. Появление во дворе медицинского учреждения главных новогодних волшебников – не единственный сюрприз от благотворительного фонда. Дед Мороз и Снегурочка передали маленьким пациентам сладкие подарки и, конечно, пожелали скорейшего выздоровления. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.